Филипп Киркоров и Николай Басков, Григорий Лепс и Стас Михайлов. И все в одном артисте. Андрей Баринов! Привет, Сочи! Я бы хотел поговорить об отдыхе. Все мы любим отдыхать, но мы выбираем разный отдых в зависимости от возможностей. Я знаю, что Григорий Лепс может не только отдохнуть, он может еще на отдыхе заработать. Под ваши аплодисменты. Григорий Викторович Лепс, самый лучший аниматор. Развлекалась ты со мной в обширном море. А теперь вали домой. Чао, бамбина, сори. Уходи с моей дороги, нищий фарватер. Развлеку теперь другую, я же аниматор. Прощался я с тобой, чао, бамбина, сори. Уходи, пора другой, baby, don't worry. Рюмка водки и очки, вот моя фиша. Разорвет ее в клочки. Спасибо! О том, как отдыхают в Турции, расскажет солист группы «Звери» Рома Зверь. Встречайте! Больше пить я не могу. Все, что можно, выпил я. Есть я тоже не хочу. Вес набрал, как порося. Ярко-желтые очки, весь распухший, как тюлень. Очень грустные зрачки. Я хочу домой в Тюмень. Столовка, бассейн, бассейн, столовка. И так 10 дней ходим мы, массовка. Выпью текилы и 2 литра пива. Если уйду, то уйду. Спасибо! О, спасибо. Разные бывают, конечно, так на отдыхе. Бывает, что между местными жителями и приезжими возникают недопонимания. О южном менталитете расскажет Игорь Николаев. Друзья, я прошу аплодировать. Еще! Грубо Милену полюбил большой и трепетной любовью. Он шашлыком ее кормил, носил чурчхеллу прямо в номер. Он позабыл, что значит страх, забыл семью свою родную. Но вот сюрприз, у Лены муж приехал ночью к ней втихую. Ушиб с гематомой итог этой встречи Рубена и злого Ивана. Так понял Рубен.
не пара, не пара, не пара. Для сочинских зрителей и для всех гостей песня о том, как Любовь Успенская не приехала на мой сольный концерт по объективной причине. Здравствуйте, Сочи! Это Люба говорит. Владелец Бентли и Феррари вдвоем ГАИ и чудо ждали. Стояли пробку, создавали, толкуя. А мне на концерт попасть так хочется, но пробка вряд ли скоро кончится. И в этой пробке в одиночестве стою я. Друзья, все вместе. К единственному нежному стою возле манежную, с надеждою по-прежнему, что пробку мы разрулим. Но вряд ли все исправится, но правда, гаишник пробки мается. Мы в этой пробке, кажется, ночуем. Спасибо. Спасибо! Дорогие друзья, наслаждайтесь жаркой погодой, наслаждайтесь хорошим настроением. Будьте счастливы, будьте здоровы. И всего самого-самого хорошего. Ваш Андрей Баринов!